Всем привет, с вами канал Артмания, моя семья. Начинаю обзор со стола, вернее не обзор, а видео, потому что вчера делал обзоры, вот мини-обзоры с фикпрайса, я фикпрайс ходила, делала. Папа. Да, и ты тут, да? Папа. Ой-ой-ой, побежал. Папа. Обзоры делала на шоколадки, вот еще вот на такие вот делала. Все вчера у меня тут лежит, сегодня буду монтировать все. И вот этот вот чай, на него обзор не делала, но хочу вам про него сказать. Чай вкусный, но покупала его ради коробочек вот этих. В эти коробочки можно складывать потом лаки, например, или что-то еще. То есть очень удобно, очень красиво. Вот, очень красивый такой. Вот, и также можно, вот я, допустим, вот сделала вот это вот у меня закладки. Это уже немножко вот другой чай. Это красиво, сейчас мода пошла на такой, на скетчи. На все вот это рисовать можно. А отдельно вот этот квадратик я буду их прилеплять на лист. И создавать для себя вот такие вот маленькие картинки, потом которые можно нарисовать. Вот. И также вот у меня остались, я обрезала. Вот они такие вот остались. Я подумала, что вот из таких мне фотографию оформить. С этой стороны фотографии. Или посерединке, допустим, какую-то маленькую. Или картинку. То есть из таких вот можно сделать. Вот эти вот, ну, можно тоже оставить. Их можно, в принципе, для ребенка оставить, который будет потом перерисовывать, там что-то пытаться для себя. Даже если вот так вот ее вырезать, чтобы ваша не трогала, если вы боитесь, что он там что-то натворит. А чисто вот для него сделать. Или вырезать, может быть, он их будет. Я, наверное, их вот оставлю. Их уже, в принципе, не жалко. Тут и помялось немножко. Вот они. Вот. И также, наверное, вы заметили, у меня стоит здесь запахом розы. На него тоже я делала обзор. От него палочки. Вот у меня вчера весь вечер простоял он. А сейчас я покажу коробочку, чтобы вам, чтобы вы понимали. Вот она коробочка, покупала я его в фикпрайсе за 99 рублей с запахом розы. Когда я ее понюхала, было просто ужасно. Я даже закашляла, мне не понравилось. Потом он у меня постоял, и с вечера, вот уже прошло там часов 12, даже побольше уже немножко прошло, у меня до сих пор в квартире запах розы. Тем не менее, он уже закрытый, палочки уже выветрились, но все равно еще запах стоит. Снегопад у нас опять. Метет уже второй, третий день. Метет, там все. Непролазные такие сугробы. Где? Че тут? Кто здесь? Кто тут уже побезобразничал, все бутылки мои перебрал? А? Кто тут безобразие у меня устраивает? Все с полок убирать приходится. Идет. Безобразие. Снег. С коляской вообще непролазно. Очень тяжело идти с коляской. Она застревает везде. Как-то в прошлом году у нас была коляска с тонкими колесами. Было очень удобно. Она везде проходила. То с этой вообще очень сложно. Застрянет где-нибудь, если вот так идти одной. Где-нибудь застрянет, и, не знаю, выберешься, не знаю, нет. Такой вон там в небе даже видно. Давай. Бух! Готовить сейчас я буду супчик. Муж мне принес вот такое вот мясо. Попросил его вчера, купи мне мясо, я буду готовить суп. Он спросил, какое мясо. Я говорю, любой, какое ты захочешь. Купил такие вот кусочки.
А свиные, как всегда, их мыть удобно. Обрезал и все. Здесь, кстати, находится тряпочка. Как вот плов мы с вами делали, печень там тоже была тряпочка. Печень вместе. Видимо, она для поддержания влаги. Посмотрим, что здесь такое. Здесь какой-то... Нет, не состав. Здесь рецепт. Будем сегодня мяско кушать. Раз уж муж купил. Там 4 кусочка получается. Будем супчик делать. Суп будем делать из того, что есть. Осталось тут уже сын, поперебирал мне. Осталось 2 картошечки, лучок. Правда, еще есть морковка. Там морковь уже какая-то... Не успела я до нее добраться. И, как всегда, будем делать в мультиварке. Сейчас я все это порежу и сложу туда. Так, у нас будет борщ. Я нашла свеклу. И сначала сейчас я буду жарить. Так, мы вот нажали уже меню. А здесь мы находим жарко. Вот она. И жарко. 15 минут. Старт. Теперь она сейчас будет разогреваться. И будет все пережариваться. Потом вам покажу, как там получилось. Как это там все пережарилось. И потом мы туда заливаем водичку. И все остальное. И будет у нас супчик. Достал сейчас свой кусочек сала. Такой ароматный, такой вкусный, бесподобный. Тут уже морковку с картошечкой нарезала. Лук нарежу потом. Такое там. В последнюю очередь. Положу, наверное, еще в конце. Посмотрим, если будет гуще мало, то положу вермишельку. Огурчик, наверное. И мясо. Вот. И сейчас у меня уже дожаривается. Вот я только тут подумала, что слишком крупно сделала. Ну ладно. У нас зубки есть, мы разжуем. Сейчас она уже дожаривается. И буду я заливать воду сверху. И уже будет делаться суп. Ну все, вот я залила водичку туда. Картошку, морковку засыпала и положила мясо. Оно там, в принципе, виднеется. Все, будем готовить борщ. Сейчас мы его закрываем. Она пропищит. Я приду потом посмотрю. Где-то вот через 40 минут. Посмотрю, как там дела обстоят. И будет видно, что мы забрасывать будем дальше. Женька пришел. Пришел Дед Мороз. И принес мне подарки. Подарки, огромная коробка вон там стоит, большая. Вот только мне интересно, наверняка ее откроешь, а в ней пару мешочков. Как это обычно любят делать. 2 подарка даже, а третий не нашли в магазине. И Дед Мороз стоит, охраняет все это. Все это охраняет, а там подарки под елочкой все прибавляются, прибавляются. А что там, бабайка моя, что ли, стоит? Моя. Моя? Нет, бабайка, нет, бабуля твоя. А что ты говоришь, что моя? Нет, думаю, бабайка, какой бабайка? Да, там 3 подарка еще не наших. Моя зубная щеточка стоит к Новому году. Но моих подарков здесь больше. Здесь почти все мои. Женькин только... А ты сам себе подарок купил? Да, не купил? Ну, тебя ждет только один. Женькин подарок вот. Тут вот, вот этот вот. Маленький куплю, самый. Когда прием затратно, я скажу, что-нибудь себе куплю. А что из затратного отсюда? Приезжай, покупай. Ну, там снегурка. Какую-нибудь монетку можете купить, скажу, там. Красивая. Снегурочка и вот сюда. Она уже есть? Да, наверное, так и сделаю. Да, вот. Скажу, перед Новым годом. Ну, тот набор я тоже хочу. Ну, вот он получился. Такие кусочки мяса. Желтенькие. Не совсем он красный, прям такой получился. Довольно много гуще. Жень, лучок почистишь?
Да, туда еще как раз лучок. И, наверное, вермишель можно не добавлять. В принципе, много. Теперь твои родители все будут знать, чем тут Женька собирается. Ну вот, борщ такой получился. Наверное, воды там было литров, не знаю, 5, не 8, наверное, 5. Наверное, свеклы маловато, или я слишком крупно сделала, он не такой красненький получился. Объединится мясо. Сейчас покажу. Мясо что-то вообще стало малюсеньким таким. Такое желтенькое. Не знаю, насколько оно будет мягкое. Боюсь, что оно жесткое будет даже. Вот, и вот у мужа. Такие вот огурчики я малосольные все-таки решила добавить. И, кстати, в принципе, там довольно гуще маловато получилось. Хотя, не знаю, нет, мне кажется, наверное, маловато. Надо было все-таки, наверное, добавить еще вермишельку. Ну ладно, у меня всегда так в конце что-нибудь не так. Такой у меня борщ получился сегодня. Довольно такой красивенький. И кого это тут? Простынка убежала. А что у тебя простынка убежала, Дима? Вроде ты чистый. Что это такое? Да что ты ножкой топ? Топ ножкой. Топ ножкой. Топ ножкой. Скажи, я есть хочу, я есть хочу. Топ ножкой. Топ ножкой. Топ ножкой. Ребенок, что тебя тащит там по бокам? Баба. Какая ручка сладкая. Тик-так. Вот какой сладкий мальчик. Что это такое? У кого простынка убежала? Почему она у тебя убегает? Почему она убегает у тебя? Папа. Где папа? Папа. Папа сегодня к тебе приходил. Папа играл с тобой сегодня. А где картина у тебя? Там? Правильно, вот картина. И эта картина, вот это все у тебя дома, да? А вот тут у тебя море, здесь горы, небо, солнышко только не видно, да? Да? Да что ты ее все хочешь схватить? Да? Дима? Что Дима скажет? Да. Привет, скажи, привет. У нас уже наступил вечер, сейчас Дима будет кушать и ложиться спать. Время у нас уже 7:30. Дима снова стал ложиться спать в 8, потому что я ничего не успеваю. И сильно устаю, если в 9 сон когда.
Вот, а сейчас мы будем с вами прощаться. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, пишите комментарии, да? И всем пока-пока. Пока! Пока! Помахай ручкой. Пока! Пока!